Правительство России направит Ингушетии дополнительно 15 миллионов рублей на оказание помощи гражданам в форме социального контракта. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Всего по региону на указанные цели выделят почти 300 миллионов рублей. Кабинет министров также утвердил постановление о единой форме заявления для назначения государственной соцпомощи на основании социального контракта и предварительного перечня документов, необходимых для подачи. С его помощью можно пройти переобучение, чтобы найти новую работу, основать собственный бизнес, получить сумму для расширения домашнего подсобного хозяйства, также приобрести необходимые покупки для детей и получить поддержку в сложной жизненной ситуации.